В зале около 800 человек. Среди них полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, члены Совета Федерации, Государственной Думы, депутаты Кубанского парламента, главы городов и районов края, представители министерств и ведомств. Церемония инаугурации началась с присяги. Положив руку на Конституцию, глава региона произнес клятву. Вступая в должность главы администрации, губернатора Краснодарского края, торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности главы администрации губернатора, защищать интересы населения края, уважать и охранять права и свободы его жителей, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Краснодарского края. Напомню, что прошедшие губернаторские выборы Вениамин Кондратьев выиграл с результатом более 83%. Эта цифра превзошла даже самые оптимистичные прогнозы социологов.